Сегодня мне посчастливилось принять участие уже в открытии второго центра притяжения. Его называют iGrow, что означает «я расту». Мы очень рады, что открылся такой, скажем, новый проект в Белагропромбанке. Это инновационный проект, и мы ожидаем от него очень больших результатов. Здорово, что вот появляются компании, которые создают просто место, где можно встретиться. Было, да, очень, опять же, интересно, что это именно Белагропромбанк, и он создал фактически локации в регионных городах и в Минске. В такого рода учреждениях, организациях, как правило, собираются энтузиасты, люди с оптимистичным видением, пониманием, как развивать нашу страну, как развивать предпринимательское сообщество. Это открытая площадка, и мы заинтересованы в том, чтобы налаживать контакты. Место, где куда можно прийти поработать и, главное, послушать, и что будут появляться новые мероприятия, они будут проводиться, это очень здорово. Форматы и мероприятия, и учреждения, они важны и нужны для того, чтобы развивать стартап-сообщество в Республике Беларусь в целом, придать некий импульс развитию и росту малого и среднего предпринимательства. Будет интересно вам, будет интересно нам, будет интересно всей аудитории. Приходите, будем рады вас видеть в центрах притяжения iGrow. Пожалуйста, приходите к нам, и Баранович, и Минск, и Драгичин. Да? Приглашаем всех. Будем рады всем. Да.